Зайка, вставай, привет! Good morning! Пока Лео спал, мы приехали в огромный парк природы. Сейчас мы вытаскиваем колясочку. And Leo is coming with us. Пока одевайте Лео, а я вытаскиваю коляску. Коляска для Лео. И коляска для Майкла. Все, закрываем. Leo, are you ready? Are you ready? Hey! Are you going? Hey, dude, он... Ну, типично, когда разбудит человек, он не очень счастлив. But, если он сейчас увидит природу, просто будет благодать. Анечка, одеваешь свою ковбойскую шапку? Не знаю, круто будет. Yeah? Всем привет, Лео! Привет! Вы на канале! Леонардо! The American boy! Сзади нас летит джип. Настя, Миша. Настя, Миша. А куда мы идем? Лео, where are we going? Куда же теперь с нами идем? Как будто в лес какой-нибудь. Лео едет на колясочке, потому что он только встал, еще не пришел в себя. А мы идем путешествовать. Как место называется? А? Как называется место? Место называется Outdoor. Ладно. О, отлично. Папа одел мою шляпу. Я похож на лося. Нет. Вот еще всякие, кто любит много ходить. Кстати, я сегодня забыл свой Fitbit. Зря. Я его поставил на заряд. А вот речка. Как называется речка, Алеш, знаешь? Не знаю, но я думаю, это источник нашего. О, много туристов. Ой, не туристов, а... Да, а там есть тропинка, оказывается. Очень чистая вода. Смотрится. Да, потому что как будто в горах. Правда, есть, как будто мы в горах, но... Сейчас Лео падает. Не надо, чтобы Лео падал. Лео, ты не хочешь падать или хочешь? Не хочу. Не хочешь падать? Не. Он же пацан, он должен быть бесстрашен. Окей, друзья дорогие, наверное, это источник нашей большой американской American River, который, за которой мы живем. Я смотрю с каким-то неудачником. Ты смотришь, как будто какой-то такой, знаешь, турист. Man. Hello. Итак, друзья, мы натолкнулись на Mountain Quarries Railroad Bridge. Этот мост был построен, чтобы носить лаймстоун. И камни. А вот речка здесь. Ну, классно. Красиво, да. Тоже красиво, страшно. Аккуратно за Лео смотри. А ну-ка. Да. Лео, ты аккуратненько не упадешь? Лео привязан. Смотри. Высоко. И камера срывается, падает с рук. А он я пошутил. Маленький вертолетик. Где? Дрон летает. Look at this. Phantom 4. Isn't that cute? Сейчас его приблизим. Друзья, мы следим, и он исчезает с наших глаз. Ну, мы сейчас дойдем туда. Итак, мы идем, а Лео едет. На колясочке, Лео, почему такое недовольное лицо? А ну, улыбайся. Смайл! Вот так! Что за прическа, чувак? Ты на мосту высоком! Big Bridge! Все-таки высоко, а глубина маленькая. Так что прыгать не стоит. Там тупик, да? Не, там выход, где мы хотели изначально паркнуться. Ого, вертолет высокающий. Тут молодежь тусуется. Привет. Guys, привет. Делаете видео проект или чисто для прикола? No, just stick it around. Just got it, so. Nice. Phantom 4 or 3? 3. Is there like go home button? Yeah. Except next to the bridge, you can like stand up. There's a snimo. Just how you operate it. Like I'm just gonna fly right here. Like. Nice. Такой страшный.
with red eyes. How much did you pay for it? It's like almost $1,000. Retail price is $1,200. Good. So this is the first day? Yeah. Have fun. Woo! Hey! Let's do it! That's good, man. You're a pro. Are you putting videos on YouTube? Yeah. No, not on YouTube. Put it. That's how you make your channel famous. Итак, Лео в шоке, my son is in shock. What's going on? So guys, nice seeing you. I hope I'll see some stuff on Facebook or YouTube soon. Итак, мы пришли на водопоище птичек. Что это за птички? You have to find out. I think these are... Аня, what birds are these? Nor do I. Не воробьи, не? So look what they're doing. Они там... А, знаешь, что они, наверное, делают? Они берут грязь, чтобы это... строить себе гнезда. Видишь, они прямо здесь пасутся. Не на воде, а на грязи. Ой, sorry. It's fine. Sorry. So, what do you think? In English, please. No. You've been in America for 1 year, you know English. No, 1 year. How much? 8 months. How long? Does this guy know some English too? It's so beautiful. What does he know? God's nature. Give me food, please. God's nature. Absolutely. It's not only beautiful, it smells good and breathes good. All right, so this was a bridge for railroad. I think this is the good place to take picture. Чувак, в таком холодном бежит поту. So this is it. And it looks like this. This was railroad. Тут был железная дорога, смотрите. Сейчас будем ехать. Прикинь, это железная дорога, оказывается, здесь была. Я порвала. Ладно. Все, я сдаю. Сестры. Она сама порвалась. Ну это я на нее наступил. Лево. Анечка. Иди до мамы. И не упади с горы. Быстро. Аккуратно. О, какой паук! Лео, смотри. Да, пойди сфотой, пока у нас пока светло. Иди сюда посмотрим, там пойдем. Эй, фокус, where are you? Лео, сфотой нам. Вау! Такой мохнатый. Сейчас, Аня, ну смотри, какой паук, он больше моего пальца. Alright. Итак, внимание. Uno, dos, tres. Лео, сделай там композицию классную. Ready, set, go. Smile. Анечка, что за бег дикарей? Поехали! Что за улыбище? Ох, молодец ты. Тебе понравилось, да? А вам понравилось там? Лео. Да! А что такое? Ручки-то! Что? А ты хочешь на ручки или нет? На ручки. Сильно хочешь на ручки? Лео, так от вертолета прячется. Лео, смотри на меня. Как это? А, ты хочешь на шею? Привет. Как дела? Так ты на шею сидишь у меня уже, на шее. Все, поехали. Друзья, мы в историческом классном городке, называется Auburn City. And we love it. So different atmosphere. No, so different. Такая другая атмосфера, другая. Ну все другое, короче. Воздух. Куда хочешь? Тут. На мостик? Туда. А на мостик хочешь? А он летает вертолет. Пошли на мостик, пошли. Пошли. Да. Анечка, let's make a family picture. Давай сделаем семейную фото. Настя, лет 100 назад люди не тратили кадры, чтобы фотали людей сзади. Это сейчас Instagram generation.
фото меня сверху, снизу, 30 degrees. Ну, Аня, раньше были пленки, их не выбрасывали просто направо-налево. А сейчас люди обнаглели. Да, Лео? Yes? Yes or no? Окей, we're going дальше. Тут, похоже, люди на лошадях, как мы видим по этой кучке. Ездят на лошадях, расслабляются, наслаждаются. Наши русские ребята накатались на дроне. А мы едем дальше. Я думаю, this is good time to end our video, да, Лео? А, друзья, очень важный элемент. Видите этот мост? Это самый высокий, the tallest bridge in California. Ты хочешь ехать дальше? Кстати, на том мосте, мосте, снимался фильм Triple X, 3X. Он на корвете разогнался и спрыгнул вниз, потом на парашюте спустился. Alright, ladies and gentlemen, Лео, мы заканчиваем видео. Говори, помахши всем ручкой, скажи thank you for watching. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.